Всем привет! Это канал Nailia's Art, и сегодня мы нарисуем с вами ночной пейзаж. Сегодня я не использую простых карандашей, а лишь акварель. И для начала подготовим фон. Для этого я использую технику по-мокрому. То есть намачиваю лист бумаги водой, после чего аккуратно наношу краску от светлого к темному. В нашем случае это переход от желтого цвета к фиолетовому через голубой цвет. Разводим краску аккуратно, наносим ее постепенно, потому что после этого слоя мы будем наносить еще один слой краски. Чтобы цвет переходил плавно от одного в другой, я переворачиваю лист в разные стороны, пока краски еще не высохли. Убираю лишнее с помощью салфетки. И снова переворачиваем лист в разные стороны, чтобы краска перетекала красиво. Когда первый слой высох, я наношу еще один слой краски, чтобы фон выглядел ярче. Использую те же самые краски, которые были использованы в первом слое, и в той же самой последовательности наношу. Снова ворочаем лист в разные стороны для того, чтобы получился плавный переход цвета. Лишнюю краску я убираю салфеткой для того, чтобы краска распределялась равномерно по всему листу и без пятен. Снова вращаем лист и ждем, когда высохнет фон, чтобы продолжить наше рисование. Итак, фон высох, и теперь можно рисовать дальше. Я буду использовать только черный цвет. Рисую силуэт большой возвышенности. Для начала намечаю контур этой возвышенности, как она будет выглядеть, и потом размываю его границы, заполняю черным цветом необходимую область. Теперь можно приступить к деталям этого изображения. Я решила нарисовать несколько елок и деревенские домики, которые будут перекрывать елки. Два дома будут находиться рядом друг с другом, а третий я решила нарисовать кривым, чтобы общая картина выглядела поинтереснее. Еще одну елку изобразим. Рядом с домами я рисую кресты. Почему кресты? Потому что я хочу создать печальную атмосферу всего рисунка в целом. На вершине холма рисуем сидящего человечка. Его я нарисую гелевой ручкой. Акварели очень трудно рисовать такие маленькие детальки. Теперь можно заняться общей обстановкой изображения. Нужно прорисовать небо. Для начала нарисуем убывающую луну, которая будет печально смотреть на окружающий мир. Конечно, на небо нужно повесить и звездочки. Для этого я использую белую гуашь и просто ставлю точки по небу там, где я захочу. И вот он наш конечный результат – картина «Ночной пейзаж». Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем всего хорошего, удачи и пока!